Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дина Бэш. В прошлой серии я прошел вот эти два уровня, и у меня не получилось их сохранить. Так что, ребятушки, давайте, наверное, начнем. Заодно я заработаю маленечко денег. Ну, а вы посмотрите, что здесь интересного происходило на этих уровнях. В принципе, это-то еще ладно. А вот следующий будет просто трэш. Ну что, приготовились? Так, естественно, начинаем с яблони. Так, идут охламоны. Ну и зачем я вот это все посбрасывал, скажи-ка мне на милость. Впустую просто выкинь. Так, тихо, какой впустую, не впустую. Бегут аглоеды, ребят. Блин, бомжихи запели, заворчали. Слушай, я что-то не помню, разве так все было? По-моему, было попроще. Ну, давай. Сюда, наверное, мы с тобой бросим валунчик, да? Опачки, шикандосик. А вы-то что, явились тут, не запылились? Вот вас тут только не хватало. Ну-ка. Да хоть бы попал, ё-моё. Нет, зачем? Зачем попадать? Ну вот, ребята, и закололи его. Так, ну а вот наша спина, роднулька. Опа, срочно сбрасываем валуны, ребята. Ух, как мы их тут накрыли-то медным тазом, ребят. И это шикарненько. Так, эти летуны достали уже тут. Летают по всей области. Ну-ка, подожди. Так, я не помню, здесь катапульты... Да, вот он, ребята, этот новый перс. Ну, вы все видели его. Как мне уже написали вы в комментариях, он очень сильно ваншотит, да? Очень сильно ваншотит, поэтому в наших интересах, чтобы драконы его как можно быстрее сейчас уничтожили. Так, давай-ка я еще, наверное, валуны сюда сброшу. Так, мы уничтожили эту повозку. Повозку. Ну, ты понял, да? Что я имел в виду? Так, смотри, тут целая куча этих гаврюш пришла, поэтому надо бы сбрасывать сюда валун. Это само собой. Так, опять что ли бегут? Ну, точно. По башке досталось валуном. Так, смотри. Смотри, что и... А, ну это обычные, ребята. Это у нас бомжики в деревянной броне. Это изи. Самый сложный это, конечно же, каменный. Так, а вот с факелом не надо здесь. Так, давай-ка улучшу, наверное, нашу яблоню. Слушай, а что, они бесконечны, что ли? На. Получили свое. Ну, вообще великолепно. Так. Слушай, по-моему, это последние каменные бомжихи. Я могу, конечно, ошибаться. Сейчас бедного моего дракончика подобьют. Слушай, по-моему, они не заканчиваются. Вообще не заканчиваются, прикинь. Они орут и орут, нападают на нас. Ну-ка. Валуны, срочно валуны. Подожди, у меня спина, оказывается, погиб уже. А я тут дерусь, даже не смотрю, не обращаю на это внимания. Ну, некогда. Элементарно некогда даже посмотреть. Так, тихо. Смотрим, что у нас тут происходит. Слушай, ну он хорош, Тирекс хорош. Он один тут защищается, да? Все, это, по-моему, последний бомжика. Да? Да, ребят. Ну что, на ваших глазах только что прошли мы этот уровень, который я ранее уже проходил, но он, к сожалению, не записался. Так, подбей 40 троглодитов-летунов. Угу. Это был у нас с тобой 23-й, да, уровень. Ну что, 24-й нам нужно еще пройти, да? Чтобы вы просто посмотрели. Но здесь будет трешовенько. Здесь, насколько я помню, катапульты будут. Да, здесь я еле-еле успел, скажем так. Угу. Идут аглоедки. Кто там хыкает? О, шаманушка. Блин, а шаманушка-то сейчас будет захиливать их. Ой-ой-ой-ой-ой. И чё?
Ну давай так сделаем, попробуем, я не знаю. Да блин, да и не попали даже по нему. Что-то мне подсказывает, что я не смогу пройти. Друзья мои, что-то вот подсказывает мне. Нутро мое. Ну-ка. Допустим. Вот они с копьями, эти вот охламоны бесявые. Так, бомжихи, уже в каменной броне, ребята, выбежали. Надо вот этих уничтожать. Вот если их уничтожить, все будет окей. С копьями я имею в виду. Потому что иначе, ну, все очень печально будет. Ох ты, целый арсенал. И я, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, здесь, знаете, что применял даже? Бурю ледяную, потому что здесь очень много пойдет факелов. И да, и поэтому я не смог здесь пройти. А сейчас у меня бури нет снежной, поэтому... Поэтому тут меня, наверное, сейчас распетрушат. А вот и катапульты, про которую я тебе говорил. Сейчас будет жесть. Сейчас, друзья мои, начнется жесть. И никуда ты, блин, от нее не денешься. Да вы достали, а? Вы просто достали. А бомжихи будут переть и переть. Без остановки причем. Слушай, надо с этим что-то делать. Он достанет нас. Он просто нас достанет. Понимаешь? Что там, еще катапульт, что ли, едет? Еще катапульт едет. Да ну. Опа, опа, опа. Кого я вижу, ребята? Я вижу здесь охламона, который прикидывается хлыщом. Вон он идет, видишь? Так, он сломал мою ловушку. Елки ты палки. Ну тут трэш. Мы его подбили, мы его подбили. Что-то тут бумкнуло все, непонятно что. Ты посмотри, что тут происходит. Ты просто полюбуйся на это все. Да. Они все продвигаются и продвигаются. Продвигается и последняя волна, ага. Знаю я эти последние волны ваши. Блин, я не могу, надо вот эту вот фигню. Как с ней, от нее избавиться? Там уже по два валуна бросают. У-у-у. Так, если, например, ох, еще катапульта идет. Ребята, еще одна катапульта там пришла. Слушай, как быть? Они просто сейчас будут уничтожать все на своем пути, ребят. Я даже не знаю. Угу. Как вот ты мне прикажешь здесь с ними быть? Ледяной валун бросать? Это чушь, мне кажется, полная. А с другой стороны, блин, если... Если не так, то как? Ой, давай вот этих вот гавриков подбивать. Каким-то образом, не знаю каким. Ну, где они там? Сколько там? Там три катапульты, что ли? Я не пойму. О, все, сейчас пом, ребята. Вот так вот, друзья мои, вот об этом я вам и говорил. Вот это, конечно, трэш. Ну что, я не смог, видишь, катапульты, ребята. А тогда я их уничтожил, а сейчас не могу. Ладно, давай еще пытаться. Естественно, надо все силы бросать именно на них. Просто из-за них мы с тобой и проигрываем, понимаешь, в чем дело?
именно из-за этих чертовых катапульт мы проигрываем. Потому что они наносят офигенно какой урон. Вот что я тебе скажу вкратце. Опять ты тут идешь. Шаманы эти. Конечно, шаманов тоже надо уничтожать, ребята. По возможности. Сразу же причем. Так, ну-ка. Вот сейчас хорошо попали. Сейчас, блин, прям чудесно. Так, давай сюда. Сюда. А что у нас, где эти-то? Не могу понять. Но немножечко не так, конечно, я хотел, чтобы получилось все. Прям вот совсем не так. Вот прям вот вообще не так. Ну чё вот вы бежите, охламоны, а? Причем целой ордой, оравой наяривают. Так, яблоки, срочно забираем яблоки. Он бежит, бежит с факелом, наяривает. Чебурек. Катапульта идет и идет, ребята. Катапульта уже двигается. Сейчас будет крушить она все это катапульта нам. Да дай ты яблок мне. Целую горсть яблок мне надо. Есть. Все-таки, ребята, одну я успел подбить катапульту. Только что на ваших глазах. Фух, одной катапультой меньше. Это хорошо, ребят. Это хорошо. Так, ты посмотри, посмотри, какая тут армада бежит. Троглодитов. Ну, хотя бы так. Слышишь? Слышишь шорох? Ты правильно догадался. Это еще идет одна катапульта. Бомжих отлетела, нормуль. Так, вот здесь вот надо что-то, что-то тут надо решать, ребят. Давай, бросай все эти снаряды против... Против катапульты, ребята, против катапульты. Все надо это запускать. Иначе нас уничтожат здесь. В наших интересах как можно быстрее уничтожить ее. С бомжиками, конечно, тоже нужно воевать, но эти все-таки, ребят, главнее. Давай ты, господи, ну. Я не понял, а откуда еще-то катапульта идет? Ты посмотри. Я не помню, чтобы еще была катапульта одна. Это подкуп. Такого не должно быть. Я, конечно, тут сейчас все забросаю им. Само собой разумеющееся. Но вот этой катапульты не должно быть, по-моему. Или я чего-то недопонимаю. Или недоприпоминаю. Так, типа траванули, да? Типа траванули. Катапульта минус, ребята. Катапульта минус, все. Фу, трешовенько, на самом деле. Очень трешовенько. Но это последняя бомжиха. Давай, 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 давай ее. Жамкайте эту бомжиху. Есть. Отлетела. Ну что, друзья мои, больше монет, да? Я так понимаю, конечно, больше. Так, деньги получили. Ну что, а теперь начинается для меня, по крайней мере, самое интересное, потому что мы приступаем к тем уровням, в которых я еще не был. 125-й, как ты видишь. А на 130-м нам дадут с тобой ледяные валуны. Надеюсь, что дадут. Ну что, поехали. Команду я оставляю прежней, ничего менять не буду. Все, готовы. Что-то аж горло запершило, ё-моё.
Так, ну, что? Катапульта сразу же, что ли? Да ну. Не-не-не-не, не надо, не надо катапульт. Причем сразу? Зачем? Не помню, там еще две, две что ли, или мне кажется? Слушай, что за торглы? Такие были, я что-то не могу понять. Что происходит? Понятное дело, что пока бесполезно их бомбить. А, во, вылез. Вылезли. И начинают атаковать сразу же. Раз, два, три. Хорош. Раз... Одни катапульты, прикинь. Одни катапульты идут на нас. И бомжихи. Ну а как, куда же без бомжих-то? Без бомжих, ребята, вообще никак. Тем более бомжи в каменной броне. Отлично. Еще не легче. И катапульты, смотри. Я их подбить не могу, ребята. Они не травятся. Подбить я их не могу. Что вы мне прикажете делать? Как быть-то? Эй! Да не может быть. Ну-ка сбросим бомбочки. Так, ребят, ну, по крайней мере, мы расправились с катапультами. И это очень хороший знак. Очень хороший знак. Блин, ну я слышу еще звук. Я слышу еще звук катапульт. Вот нисколечко мне это не тешит. Вон она появилась, блин. Ну что делаем? Ты посмотри, какой здесь отряд бомжих. Посмотри. И чё? Ты хлыщ, а? Там еще звук катапульта, ребята. Вон ножки, ножки его торчат, видишь? Катапульту он двигает, ё-моё. Понимаешь? Он двигает катапульту ножками, как во Флинстоунах, помнишь? Было такое. Нет, надо с ней что-то делать. Ну! Попали, попали немножечко, но... Это совсем малька. Давай, давай, выгляни. Есть. Разбомбили мы эту катапульту несчастную. Ну. Вызываем драконов. Почему их называют драконами? Это же динозавры. Ага, бомжихи отдупляются одна за другой. По-моему, это последние, ребят. Да? Отлично. Ну что же, в принципе, неплохо, неплохо. Давай-ка мы с тобой больше монет возьмем. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, еще уровень, да? Конечно, хотелось бы как можно быстрее добраться до валунов ледяных и посмотреть, насколько они мощно наносят урон. Но пока нам не дано. Нам еще пиликать и пиликать. Ладно, поехали. Сейчас попробуем здесь справиться. Что-то мне подсказывает, сейчас будет здесь. Ага. Копеечки бегут. И сразу бомжихи заверещали. На, на. Так, яблочко отдай только. Что? Леденушка, не нравится тебе, да? Мне тоже не нравится, когда на меня вот прут такие троглодиты, понимаешь ли. Пумс, отдуплился. Так, давай-ка сюда зарядим снарядик. Выходим. Опа, опа, опачки. Бегут, 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 ребят. Давай сюда зарядим с тобой. Довольно неплохо. Довольно неплохо. Так, бомжиха в каменной броне? В каменной, ребята, вижу сразу, что здоровье отнимается еле-еле. Так, этого собьем. А то они тут разлетались, я смотрю. К дождю, видимо, да? Так, подожди, я не понял, почему ты не попадаешь? Ты ж... Вот, все, нормуль. Так, давай, наверное, сюда валунчик сбросим. Так, пока только бомжихи идут, никаких этих я не слышу. Катапульт и тому подобное. Так что можно пока расслабиться, наверное, да?
Блин, две бомжихи в каменной броне. Блин, они так быстро ушатывают моих динозавров. Ну а ты-то что тут еще, а? Шаманишь. Посмотри на него. Его надо, ребята, уничтожать. Давай валуны, наверное, бросим. Потом вот так вот сделаем. И не попали. И не попали. На, сурепка. Так, ну что, можно, в принципе, сейчас попробовать прокачать нам яблоньку еще немножко. Я так и сделаю, пожалуй. Здесь уничтожили бомжиху. Обычную, да? Так, сейчас еще, наверное. Ать, подбили. Вызываем подмогу. Так, сколько их там? Дофига, что-то я смотрю. Давай вот так вот сделаем с тобой. Бабах. Плюс валуны. А, этот с факелом же бежит. Бежал. Где моя подмога там? Блин, еле идут. Давай, наверное, траванем здесь. Траванем. И сбрасываем валунчики, естественно. Так, опять шаман бежит. Сейчас посмотрим, где он встанет. Вот здесь. Так, два яблочка. Катапульт не слышно, да? Вроде бы все тихо. А раз тихо, значит, бомбим бомжих, елки-палки. Так, секунду. Опять этот спецназовец чертов со своим факелом, а? Ну, посмотри. Очень сильно ваншотит, конечно, ребята. Офигеть, как можно. Так, друзья мои, отвлекли меня здесь маленечко. Но я думаю, что ничего страшного от этого не будет. Да? Как ты думаешь? Я думаю, что даже очень хорошо идем. Посмотри. Сладко-то как бомжихи у нас падают. Прям штабелями. Давай, наверное, еще ядрышко запульни. Ой, а кто там? Как он мог пройти? Ребята! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты смотри, что он творит. Снаряд, срочно снаряд. Как он прошел? Я вот этого не понял. Фу, успели, господи. Сейчас бы, ребята, было бы нам с тобой. Опа, метелька. Метельку мы с тобой подняли. Так, шаман упал? Упал, все упали. А, смотри, опять идет, смотри. Идет вот эта кикимора. Блин, что делать-то будем, а? Надо эту кикимору подбивать. Она ваншотит, вы сказали мне, да? Факелом своим. Причем солидно ваншотит. Да хорош уже там, а? Слушай, а почему у нее факел не тухнет, а? Если... А нет, тухнет. Тухнет, все, потух у нее факелок. Палкой просто бросается. Она просто бросает в нас палочки. Прям одновременно и бомжиха, и эта штука рухнула. Ну что, друзья мои, еще, наверное, один уровень, да, на дорожку. Ну что, я в полной боевой готовности. Готов, ребята. Так, не надо мне эти валуны ваши. Так, подбей троглодитов. Так, пройди шестой уровень. А, шесть уровней. Шестой. Мне вот это нравится картинка. Только, ребят, я не видел, чтобы троглодиты вот так вот бегали по деревьям. Так, 127 уровень. Фух. Собрались, ребята, собрались, собрались и не разобрались. Погнали. Надо всегда начинать с яблоньки. Всегда. Не понял. А куда это у меня? Валун. Я бросил валун с заморозкой. Он куда-то пролетел, фиг поймешь куда. Так, давай заморозку, наверное, вызовем, да, с тобой? Который дракончик будет замораживать у нас. Дракончик. Опять я его путаю, ребят. Дракончик и динозавр. Динозавр, ты понимаешь? Здесь, наверное, мы не будем пока с тобой тратить или будем? Опа! Найс! Куда он бежит? Куда он бежит? Давай, давай, родной мой. Ай-яй-яй, хотел... Ведь хотел же, ребята, поэкономнее, поэкономнее. Но не... Воу, опять. Опять 25. Попал прям в лицо ему. Так, с этими бомжихами пока тут разберемся. Вот этого надо. Смачно. Не ори. Не ори, бомжиха. Не ори, пожалуйста. А? Нервируешь меня своим криком. Че у вас там?
Кто у вас там? Ну-ка покажите мне, пожалуйста, полный отряд шамана. А как же без него-то, а? Ну? Опачки, и нет шамана. Понимаешь, нет шамана, ребят. Ну, бомжихи, они такие. Так, да. Блин, у нас вот дождик, почему-то он не работает. Все, дождик у нас сломался с тобой. По идее, он тушил в свое время вот эти вот факела. Но больше он не тушит. Шаман опять. Эй! А не перебор ли это, ребята? А что так? Да, ну не может быть. Скорее всего, может быть, да? Слушай, а что так усиленно это идет? Я не могу понять. Усиленный про этот, отхил. Вот что я не врубился. Да я ж тебе факел уже потушил. Какого фига, у тебя опять он... Он что, я не помню, нюх потерял, что ли? Или что с ним не так? У него факел был потухший. Откуда он опять его поджег? Молния вроде бы не ударяла в него. Так. Это что еще за пещерники идут, а? Это ребята с факелами. Вот тут и оно. Вот тут и оно. Давай сюда запустим. Ну, нормс. Теперь, наверное, вот сюда забульбеним, да? Ты дичь. Шаман-то упал, конечно, а эти... А эти не упали. Нет, что-то тут не то, ребят. Надо прокачать нам эту. Смотри, что происходит. Последняя волна. Мне от этого что-то не проще, блин. Эти слишком шустрые, быстрые какие-то, юркие. Так, шаман, ты достал уже, а? Вот серьезно говорю, достал ты уже там своей палкой этой фигачить. Вот так вот. Опять этот Трамп появился. Ё-моё, ребят. Чё, надо бомбить его. Чё, смотреть, любоваться. Блин, надо ему потушить его на факел, иначе сейчас будет жизнь замечательных людей. Да вы достали, а? Так, потушим, наверное, да, ему его факел. Потушили? Чёрт его знает, потушили или нет. Тут не разберешь в этой кутерьме, что-то происходит. Тихо. Я вижу, бомжара бежит. Ну-ка, иди отсюда. С факелами паршивцы, а? Мы его подбили? Он еще бежит. На! Да сдохнет уже, пройдоха несчастный. Так, друзья мои, все отлично. Тушим факел, он все равно с факелом, с горящим. Почему? Куда он его берет? Бомжик сейчас отлетит. Этот хлыщ отлетит. И мы сейчас лично будем разбираться с Трампом. Вся моя армада его кусает. Смотри, как происходит все. Изи. Фух, нормуль, друзья мои. А можно сказать, что серия сегодня удалась. Ну что, забираем больше монет. Ну что, ребята, вот и денежка, как говорится, упала нам на карман. Так, нам остается с тобой совсем-совсем маленечко для того, чтобы получить супер валуны. Как ты видишь, это буквально раз, два и три. Три миссии, которые мы будем проходить в ближайшее время. Ну а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!